В Югре увеличен перечень получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Такое решение принято сегодня на заседании правительства округа. В него войдут специалисты, которые работают тренерами по всем видам спорта, в том числе и по адаптивной физкультуре, ассистенты по оказанию технической помощи, специалисты по комплексной реабилитации и работе с семьей. Но только те, кто живет и работает в сельской местности. Сегодня общее количество получателей данной меры социальной поддержки в Югре более 5500 человек. А суммы выплат, которые им положены, зависят от нескольких характеристик. Средний размер компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2280 рублей.